Всем привет, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новый ролик. Друзья, обнова обещает быть жесткой, очень много информации уже добавляется, информация вообще просто нереально крутая. Я так понимаю, потому что не было 2 недели обновы, и Престон решил сделать уже нам крутую обнову и кучу всего понадобавлять. Так что, ребята, сейчас мы это все будем чекать, но перед началом этого ролика я хочу разыграть для своих подписчиков крутого питомца, а именно вот такого вот мифика. Это пока что самый крутой мифик в игре, и все, что вам нужно сделать, ребята, это поставить лайкусик этому видосику, написать любой комментарий со своим никнеймом и подписаться на мой канал. Также, друзья, кто еще не знает, у нашего канала есть свой Discord сервер, где вы можете продать или обменять питомца, поиграть с другими игроками или просто пообщаться в чате и найти новых друзей. Так что присоединяйтесь, ссылка в описании. Ну что, погнали! Так, друзья, первым делом это новость, которая всех, конечно, обрадует. Я не знаю, правда, как она будет работать, но, друзья, Престон написал, что все-таки выйдет войс уже наконец-то. Он должен был работать в прошлом обновлении, точнее, в позапрошлом, но он почему-то не работал. Но сейчас, типа, как будто бы войс будет работать. Посмотрим, друзья, как это будет вообще происходить. Походу, оно это все будет в Reddit Plaza, и там можно будет разговаривать в войсе и разговаривать между собой. Ну, короче, будет интересно, очень интересно. Ждем и посмотрим, как оно вообще будет. Можно ли будет вообще с телефонов это делать? Также, друзья, Big Games опубликовали еще свою новость. Они сделали небольшой аукцион. Если вы зайдете к ним на страницу и пройдете здесь по ссылочке, то вас перекидывают на сайт OpenSea, на котором продаются электронные предметы. Короче, друзья, можно купить вот такого вот Пегаса. Правда, он покупается только за эфир. Эфир — это криптовалюта. Друзья, это жестко, конечно. Но, походу, в следующем обновлении нас ждут крутые питомцы, которые называются Huge Pegasus, ребята. Вот посмотрите, какой он крутой. Я хотел, ребята, сделать ставку, но ставку можно сделать только с эфира и больше никак. И других вариантов вам как оплатить не дает. Только можете оплатить с кошелька. У меня, к сожалению, этих кошельков нет. У меня есть кошелек на другом ресурсе, но его этого ресурса здесь не указано, к сожалению. Поэтому я со своим кошельком пока что пролетаю. Но, ребята, минимальная ставка стартует от $49. И тут, друзья, уже начинается самое интересное. Посмотрите. Смотрите, тут чуваки уже ставку поставили, уже есть $156, уже есть $400, сейчас я вам покажу, я просто офигел, тут ребята такие цены ставят. Посмотрите, вот чувак поставил на Пегасус, который у нас получается Rainbow, тут у чуваки уже поставили $472, прикиньте, $472 за Пегасуса. Но он будет, ребята, во-первых, он будет огромный, он будет большой, вот так он будет выглядеть, он будет такой же, как и Кет, только он еще будет летать, то есть он будет левитация, он будет в полете. Я представляю, какие у него будут статы, ребята. Их всего 12 в мире. Прикиньте, 12 в мире всего таких питомцев будет. Пока что, конечно, ставок очень мало, очень мало. Ну, потому что, понятно, ребята, у кого есть, напишите в комментарии вообще, у кого есть криптокошелек. Я сомневаюсь, что у многих людей есть. Поэтому, конечно же, что кто будет ставки ставить? Только те, кто этим занимается, и только те, у кого он реально есть. А таких, в принципе, немного, это точно. Поэтому посмотрим, ребята, возможно, если получится, если они добавят какие-то кошельки. Либо я себе куплю немного эфира, то я, возможно, какую-то ставку поставлю и куплю его, не знаю, посмотрим, конечно. Это будет жестко, но я сомневаюсь, потому что ставка, в принципе, перебивает. Видите, ставка постоянно перебивается. Но все равно, ребята, круто, круто, что добавляются какие-то питомчики, круто вообще, что что-то делается, потому что 2 недели практически ничего не делалось, и мы очень ждем обнов. Я надеюсь, что мне получится это все сделать, поставить какую-то ставку и, возможно, выиграть этого питомчика. Ну, посмотрим, ребята, если я выиграю, я по-любому вам об этом расскажу. Спасибо, друзья, что были со мной, спасибо, что смотрите этот ролик до конца. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить свои лайкусики. Ну а с вами, как всегда, был Фанрикс. Желаю вам хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!